просто посмотрите на это, панда! Раньше такого не было, что было прям картинка Хэппи Мила. Хэппи Мил Бравл Старс панда! О, черт! Господи, вы видите это, панда? Что творим, бро? Меня зовут Царь Кионис, и бро, сразу же, блин, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, блин, ты же знаешь, бедрами Суприм банда будет над всеми. То не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы быть самой сильной бандой на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня в 3 часа ночи я снова закажу Хэппи Мил с Макдональдса. И это будет Хэппи Мил уже не монстры, а игры Бравл Старс Экзе. Я думаю, банда, вы помните, как я уже играл в эту игру в 3 часа ночи, покупал ее с Даркнета. С ней просто посадила какая-то мистика. А один раз даже пришла Шелли, просто прострелила мне ногу. Я очень переживаю, что будет сегодня, банда. Тем не менее, я готов заказать. Ранее, банда, я уже заказывал Хэппи Мил с Макдональдса в 3 часа ночи. Я заказывал Хэппи Мил сиреноголовую, Хэппи Мил Картун Кэта. И в обоих случаях ко мне приходили эти монстры. Что будет сегодня, банда, я просто без понятия. Тем не менее, банда, на часах уже 3 часа ночи. Именно в это время мы можем заказать этот адский Хэппи Мил. Я надеюсь, банда, что вы готовы. Давайте уже зайдем на сайт Макдональдса и это сделаем. Как я говорил ранее, банда, в Макдональдсе открывается скрытая вкладка, где мы можем покупать эти Хэппи Милы. И, банда, вы не поверите, но эта вкладка уже открыта. Окей, вот Хэппи Мил Бравл Старс, господи. Просто посмотрите на это, банда. Раньше такого не было, что была прям картинка Хэппи Мила. А здесь прям она есть, господи. Это реально Хэппи Мил Бравл Старс Экзе, просто жесть. Ого, банда, он стоит целых 600 гривен. Это, наверное, самый дорогой Хэппи Мил, который мы только покупали. Тем не менее, банда, я готов уже его купить. Давайте посмотрим, что ходит его внутренности. Итак, банда, его внутренности ходит бургер со соусом, фри маленькая со соусом. Что это за соус, банда, который просто во все входит? Напиток 1001 ночь. О, господи, что это значит, банда? Я уже в предвкушении, что там будет. Окей, банда, и, конечно же, игрушка Бравлера. Просто посмотрите на это. Мы реально получим сегодня игрушку Бравлера. Окей, Суприм банда, давайте уже добавляем корзину и покупаем это. Что ж, Суприм банда, я уже заказал. С минуты на минуту мне должен позвонить курьер и сказать, когда ко мне приедет. Будем знать, что будет дальше, банда, а также бандиты. Давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я куплю Хэппи Мил говорящего Тома и говорящей Анжелы. Выбирать вам ли это будет все одновременно, либо по отдельности. Так что пиши в комментариях, какое видео ты хочешь. Все вместе Хэппи Милы или только один. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм банда. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе, бандит. Так что, бандит, скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем ждем наш Хэппи Мил. Погнали! Камеру. О, банда, вы просто в это не поверите, нам пришли какие-то координаты. Здесь написано, там оставьте деньги. Хэппи Мил также там. Это в первый раз у нас такое, что где-то там нам нужно забрать Хэппи Мил. Тем не менее, банда, это номер неизвестный. Возможно, это курьер, который шифруется. Окей, банда, мы уже будем выходить, пойдем уже на улицу, там продолжим. Окей, банда, как я говорил, нам скинули координаты. Сначала не понял, что это были лишь какие-то цифры. Но потом я вкинул это в Google карты, нам выбило метку. Мы сейчас идем к этой метке, возможно, там будет тот самый Хэппи Мил. Тем не менее, банда, я очень надеюсь, что все будет нормально. На нас никто не нападет, нас никто не убьет. Окей, тем не менее, банда, встретимся уже на месте. Окей, банда, мы дошли до какого-то места. На Google картах отмечено именно это место. Но здесь какой-то мост. Где здесь может быть Хэппи Мил, я просто без понятия. Хотя, возможно, оно может быть под мостом. Окей, попробуй аккуратно сейчас туда войти. Иди за мной, только аккуратно, Настя, не провались. Хорошо. Господи, просто жесть. Я очень надеюсь, что этот Хэппи Мил будет реально где-то здесь. Окей, я пока что, в принципе, ничего не вижу под мостом. Окей, банда, я прям уверен. Посмотри, посмотри. Да. О, господи, неужели это Хэппи Мил? Окей, банда, здесь что-то есть, возможно, это наша посылка. Окей, банда, как договаривались, 600 гривен будут, гривны должны. Я оставляю детей здесь, и мы валим отсюда просто моментально. Мне было очень страшно, что если бы нас кто-то убил? Я не знаю, но мне тоже просто жесть, такое в первый раз, какие-то координаты. Окей, банда, тем не менее, снова черный пакет, как было в первый раз. Очень странно, что там нету никаких пакетов от Макдональдса. Тем не менее, банда, в этом пакете должен быть Хэппи Мил напиток, а также игрушка Бравлера. Я очень надеюсь, что там реально будет. Окей, тем не менее, банда, давайте откроем, посмотрим, что там есть. О, господи, о, черт, банда, мне просто не верится. О, черт, просто посмотри на это. Хэппи Мил Бравл Старс, банда, вы это видите? Господи, какой же он стрёмный. Это та самая иконка Бравл Старс Экзе, просто посмотрите на это. С второй стороны, все как всегда, ничего необычного. Просто жесть, банда, здесь даже какая-то кровь есть. О, господи, мне просто не верится, это реальный Хэппи Мил Бравл Старс, банда. О, черт, окей, давайте его откроем, там должна быть игрушка Бравлера. Мне интересно, кто нам попадется. Окей, я открываю, банда. И здесь нету никакой игрушки. Что происходит? Где игрушка?
Вот она, Настя! О, господи, просто жесть! О, черт! Что с ней такое? Посмотри на это! У Леона как будто из глаз идет кровь, панда, вы это видите? Что вообще не так с этой игрушкой? Просто жесть, панда! Это 100% сделал кто-то! И это все 3 часа ночи доставляет Макдональдс! Просто посмотрите! Мне кажется, что это реальная кровь! О, господи, супер, панда, тем не менее, давайте пока что отложим игрушку, посмотрим, что у нас здесь с Хэппи Милли. А также, панда, здесь еще есть напиток, посмотрите! Это тот самый напиток, который назывался 1001 ночь. Давайте посмотрим, что там есть внутри. Окей, здесь все закрыто пленкой. Посмотри, там какая-то черная жидкость. Ты видишь это? Да. О, господи, панда, что это такое? Просто посмотрите. Оно полностью черное. Никогда такого не видел. Это вообще не похоже на колу. Просто жесть. Оно реально черное, господи. Окей, давайте попробуем немного его выпилить. Оно полностью черное, панда. Что это вообще за напиток? Вы это видите? Пробовать я его точно не буду, потому что это ужасно. О, он еще никак не пахнет, он просто безвкусный. Господи, я не знаю, что это такое, панда! Я точно это пить не буду, окей, я просто это откладу. Мне в это прям не верится, господи. А что если это какая-то отрава? Что если это яд, панда? О, господи, что если это создано специально для того, чтобы кого-то убить? О, господи, окей, это я 100% отложу, этого даже пить не буду. Окей, тем не менее, панда, но еще есть Хэппи Мил Бравл Старса, господи. Мне все еще не верится, просто вы смотрите, какой он стрёмный. Окей, панда, надеюсь, вы готовы. Итак, первое, что здесь, это картошка фри. Неужели, панда, здесь реально? О, господи, просто посмотри, оно все в крови, ты видишь это? Что? О, господи, неужели тот самый соус, это и есть кровь? Тот самый секретный соус, панда? О, господи, просто посмотрите, с него прям течет кровь, это жесть! О, господи, здесь есть картошка! О, господи, это реальная картошка! Она не зажарена, она просто обычная сырая картошка, панда! И она полностью в крови, вы это видите? Просто посмотрите, вся картошка в крови, панда! Это такая жесть, господи! Посмотрите на мои руки, полностью в крови! О, господи, мне кажется, или это кого-то убили, здесь просто кровь, панда! Посмотрите на это! О, господи, такая жесть! В этом Бравл Старс Хэппи Милли какая-то жесть, просто кровь! О, господи, сначала на глазах Леона была кровь, а теперь здесь кровь! Что вообще происходит? И просто в это не верится, панда, эту картошку я 100% пробовать не буду, потому что это реальная кровь, господи. О, черт, просто посмотрите на это. Это и был тот самый секретный соус. А что если и бургер с этим самым соусом? Давайте посмотрим. О, господи, просто посмотри, здесь тоже кровь. Уже прям вытекает из него, панда, вы это видите? Господи, мне очень страшно, Настя. Неужели кто-то кого-то убил, а потом просто из этого сделал Хэппи Мил? Господи, а что если здесь человеческое мясо? О, господи, панда, окей, давайте его откроем, когда аккуратно. Черт, просто посмотрите, панда. Там все в крови, вы это видите? Вся булочка в крови, господи. Это просто жесть, Даша, посмотрите. О, черт, господи. Господи, вы видите, это панда, это все кровь. Вся котлета просто в крови, это просто жесть. О, господи, окей, это пробовать я точно не буду, мне очень страшно. Боже, панда, а что если это не котлета, а кусок человеческого мяса? Что если тот маньяк, который все это сделал, убил человека, жарил его мясо, а потом просто полил его кровью? Это просто жесть, панда, это пробовать я точно не буду. О, господи, мне просто в это все не верится. Это картошка фри, это кровь, это котлета, это так ужасно. Обратите внимание, вы не слышите этого, но она просто воняет кровью. Такая тухлятина. Просто мне не верится, это реальная кровь, панда. Она просто воняет кровью. Окей, нужно помыть руки. Господи, просто жесть. Посмотрите, даже смывается, как кровь. Окей, панда, у нас есть игрушка Бравл Старсера. С этой игрушкой должно 100% что-то не так быть. Потому что раньше с каждой игрушкой что-то происходило. Ой, здесь что-то нащупал, Настя. Что здесь там? Что-то есть. О, господи, там что-то лежит. Нужно разрезать игрушку. Окей, панда, вот, может, давайте уже разрежем эту игрушку и посмотрим, что там внутри. Там реально что-то есть. Вот посмотрите, она даже выделяется немного. О, господи, обратите внимание, здесь есть шов. То есть кто-то зашивал эту игрушку. Это 100% поклали уже Макдональдс на что-то. Окей, панда, давайте ее разрежем. Окей, черт, что там может быть? Господи, я пытаюсь это достать. Посмотри, ты видишь это? Да. Там что-то есть. Это флешка, господи, что это за флешка, панда? В этой игрушке из Макдональдса лежала эта флешка. О, господи, не думай, что стоит подключать к моему компьютеру, потому что это может быть какой-то вирус. Окей, как думаешь, подключать? Не знаю. Просто жесть, господи, так стрёмно выглядит. Там даже видно какие-то уже микросхемы. Окей, панда, давайте уже пойдем к компьютеру и посмотрим, что есть на этой флешке. Просто посмотрите на нее, господи. Окей, панда, вот эта флешка, давайте ее подключим к моему ноутбуку. Это просто жесть. Здесь какой-то Бравл Старс, панда, о, господи. Я не знаю, что у него не запускать. Давайте его запустим, это просто жесть. Итак, панда, началась какая-то загрузка. Это загрузка Бравл Старса, вы это видите? О, господи, просто жесть. Почему оно так тряслось? Окей, вроде бы ничего такого странного. Просто обычная загрузка Бравл Старса.
Окей, мы зашли на какой-то аккаунт, здесь уже был какой-то аккаунт панда. Итак, здесь целых 10 тысяч кубков, почти 11 тысяч. Окей, давайте попробуем, наверное, сыграть за этот аккаунт. Возможно, здесь какой-то чистый, или что? Почему вдруг так продавался странно? Окей, панда, нажимаю играть, и ничего не происходит, не включается. Я нажимаю выйти. Что происходит, панда? Вы это видите? Просто игра нам начала что-то происходить. Что это такое, черт? Окей, началась какая-то загрузка. Я такого раньше не видел, Бравл Старси, что это? Что происходит за пребанда? Это Бравл Старс первого лица, вы это видите? О, господи, окей, давайте попробуем сыграть в него. Это просто жесть, я реально хожу от первого лица на карте Бравл Старса. О, господи, супребанда, вы видите, это и стреляет от первого лица. Я сама с сундука, мне сюда выпала. О, господи, что происходит? Это реально Бравл Старс от первого лица. Я купил его в Макдональдсе, что? Окей, здесь появились тучи, банда, вы это видите, те самые зеленые тучи. Окей, я подхожу к другому сундуку, пока что не вижу никаких противников. Господи, что сейчас будет? И еще, банда, почему все такое... О, черт, что это? Я только хотел сказать, почему все такое черное, и вдруг все стало фиолетовым. Вы это видите, снова какие-то помехи. О, господи, все вернулось назад. Почему все такое черное? О, господи, что происходит? О, посмотрите, там кто-то идет, давайте его убьем. Я попытаюсь как-то аккуратно к нему подойти. Просто жесть, панда. Здесь даже есть кусты, вы это видите? Просто жесть. О, господи, это Шелли, панда, у нее черные глаза, она меня убила. Это была Шелли, у нее были черные глаза, панда, вы это видите? Окей, меня возвращает назад на главное меню. Просто жесть, панда, вы это все видели? Там была Шелли, у нее были черные глаза, вот опять началось, посмотрите. Снова какие-то помехи. О, господи, мне просто это не верится. У меня один друг в онлайне. Кто это? Один друг в онлайне, банда, вы это видите? Окей, давайте посмотрим, кто это может быть. Просто жесть, банда. Это у человека 10 тысяч кубков, и у него ник смерть, банда, вы это видите? У него никнейм смерть. О, господи, просто жесть, давайте выйдем. Он единственный, кто в онлайне. О, он мне что написал? Ты сегодня умрешь. Это написал этот чел, банда, с ником смерть. Он написал, что я сегодня умру, это просто жесть. Окей, я просто вытаскиваю флешку, это жесть. От этой флешки нужно срочно избавиться. Мне просто это все не верится. О, господи, банда, нужно срочно выбросить эту флешку. Это просто жесть. На этой флешке реально какой-то странный Бравл Старс. Окей, Настя, вот, держи флешку, нужно быстро его выбросить. Просто жесть, Суприм, банда, мне все уже в это не верится. Господи, Настя, быстрее! Настя, господи! О, черт, я выбросил его! Быстрее, бежим! Это просто жесть! Господи, банда, это просто жесть. Это была живая игрушка Леона. Мне кажется, банда, что координаты нам как раз кинули другие бравлеры. Другие живые игрушки или, возможно, даже Шелли. А кровь, которая была внутри, это кровь прошлого получателя. Прошлый парень или девушка, который заказывал этот Happy Meal, это была его кровь. Это просто жесть, Суприм, банда, они реально убили. Они хотели и нас убить, но не ожидалось, что мы будем сильнее. Тем не менее, банда, вот комменты из прошлого видео просто из какие-то шикарные. И держи комментарии. А брось, вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно подписаться ниже. Нажать на колокольчик. И все про тоже новое видео. Лайк, лайк, коммент на видео, бандит. А также порой не забывай про наши инстаграмы и про помню одно. Оставайся такими шикарными. Пока!